перед соревнованиями небольшая разминка. Две Полины из школы Вликино – красавицы, отличницы и, конечно, спортсменки. Тхэквондо занимаются около 6 лет. Выбор вида спорта объясняют просто – нужно уметь постоять за себя. А в день турнира еще и за честь Одинцовского округа. Растяжка, удары – тут все серьезно. Еще надо хорошо умственно мыслить, чтобы знать, куда бить и какие слабые места у соперника. Сражаться девчонкам придется со спортсменами из 51 региона России. В Одинцовском спорткомплексе на турнире в честь многократной олимпийской чемпионки Ларисы Лазутиной собрались лучшие из лучших. Мне очень хочется, чтобы каждый из вас проявил себя на этих соревнованиях, потому что главная тренировка – это старт. И именно сегодня мы видим, может быть, новые имена. Поддержать спортсменов со всей страны приехали и почетные гости. Они уверены, песня помогает не только строить, но и одерживать победы. Одинцово для проведения всероссийского турнира выбрали не случайно, говорят организаторы. Так сложилось, что именно здесь живут сильнейшие тхэквондисты не только Подмосковья, но и России. Этот вид спорта очень популярен. Риск получить травму здесь минимален. Приехали сотни ребят и девушек разных возрастов показать свое мастерство, показать свои лучшие навыки, которые как раз проявляются вот именно на таких встречах, на таких мероприятиях и соревнованиях. Поэтому уверен, что сегодня здесь, в этих стенах, мы уже находимся среди будущих чемпионов. Это один из таких быстрых, умных видов спорта. Здесь нет никаких травм, здесь руками не бьют лицо. Чтобы взять балл, у нас электронная система на ногах, на жилете. Балл выбивается килоджоулями. Никаких таких травм, ломаний, крутений здесь нету. В России, не во всем мире, 50% тхэквондо занимаются девочки, потому что очень атлетичные и красивые виды спорта. Магомед Магомедов на турнире представляет Дагестан. Ему 12 лет, 8 из них он занимается тхэквондо 7 раз в неделю по 2-3 часа. Результат таких усердных тренировок не заставил себя ждать. Соперник повержен. Мне помог мой тренер Нурмагомедов Кучпар Магомедович. Ну вот, он мне подсказывал, я работал, делал все, как он говорит, и победил. Мы видим, как молодые спортсмены делают очень большие, серьезные успехи. И чье-то преимущество прям неоспоримо. Поэтому, ну, конечно, желаем удачи каждому. Мы искренне надеемся, что из них вырастут настоящие олимпийские чемпионы. То, чего нам очень хочется. Мы очень хотим победы на Олимпийских играх. И уверен, что наш сегодняшний турнир закладывает большой фундамент для будущих побед. Всероссийский турнир по тхэквондо в честь Ларисы Лазутиной только завершился. Но на отдых у тхэквондистов времени мало. В сентябре в Одинцово по плану должен пройти чемпионат России, который соберет сильнейших спортсменов не только страны, но и мира. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».